4 дня, где будет за 20, однозначно все будет нормально. Пройдем на двух котлах. Губернатору докладывают о состоянии ТЭЦ. Пока здесь все вроде бы работает нормально, да и коллектив почти сохранен. Но станция старая, оборудование часто выходит из строя, поэтому внештатные ситуации случаются. К тому же обслуживающий станцию МУП в плачевном финансовом состоянии. Это сотни миллионов, которые приходится уже сегодня выделять для того, чтобы поддержать хотя бы текущее состояние. Но у нас текущее состояние не устраивает. Надо усиливать надежность. Придется здесь серьезные решения принимать. Они тоже будут требовать серьезных ресурсов, денежных в первую очередь. Николай Бачурин, исполняющий обязанности главы Ярового, указал на ряд важных проблем. Во-первых, по решению суда требуется заменить большую часть теплотрасс города. Трубы прокладывали еще в 60-х. Нужно отремонтировать 3 котла на ТЭЦ. Причем важную роль в этом отводят подрядчику, который должен предоставить всю техническую документацию. А еще необходимо закупать уголь, причем делать это уже весной. С мая по октябрь завести хотя бы 40 тысяч тонн угля. Мы знаем, что это уголь, который мы покупаем, нам будут продавать, другого на него продать. Он слегка влажный. За лето он будет в идеальном состоянии, если мы его завезем летом. Тогда нам позволит, ну, скажем так, больше половины, ну, половину осенне-зимнего периода пройти с этим углем. Для решения всех проблем требуется финансирование. По словам губернатора, более 5 миллиардов рублей на ближайшие 4 года, которые нужно заложить в бюджет. А для этого потребуется серьезный разговор с депутатами ОКЗС. Также нужно решить вопрос об установке нового котла на ТЭЦ, единственном источнике теплоснабжения. Вопросы безопасности и жизнеобеспечения всегда будут на жестком контроле властей, подчеркнул глава региона. А между тем депутаты горсобрания Ярового написали Томенко письмо в поддержку отстраненного от должности мэра. Они опасаются, что это может привести к кризису власти в Яровом. Татьяна Голубева, «День с толком».